Всем привет, с вами я, Лего Стайл номер один, или Number One, как вам будет удобнее. И я думаю, вы не ожидали то, что именно вот в таком формате будут итоги конкурса. Ну так мне легче на самом деле. Давайте же зайдем вот в эту волшебненькую программу фото, где я сфоткал всех участников. Вот фотопленка. Итак, первый наш участник. Это вот такой получился у него мок, бионикл, не знаю что. Он самый первый прислал. Я не буду их комментировать. Никого не буду комментировать. То есть, смотрите, у него оранжевый шлем и все такое. Ну, в принципе, выполнен нормально. Скажем так, но я уже говорю то, что это он не победитель. Вот. Это вот эти фотки, они переделаны, да. Вот я больше всего... Подождите. Вот это вот Борок, его Лорд Зон назвал Гриндер. Да, кстати. Как это произошло? Смотрите. Это самоделка от Марка Макарова или же Лекс Лютера. Это самоделка от Лорда Зона, вроде так его зовут. У него там еще вроде Таху изображен. Как-то там его Лорд как-то. Извини, если я не помню твое имя. Ник, точнее. Одна из самых классных самоделок. То есть это Борок. Типа такой апгрейд Борок. Здесь, значит, у нас клешни. Здесь тоже, кстати, хорошо соединены клешни у него. Мне нравится на самом деле. Третий у нас прислал, его там зовут Никита, такой чувак. Он прислал вот такую вот самоделку. Да, она тоже одна из самых лучших. Он мне в скайпе ее показывал. Вот, такая самоделка, посмотрите на нее. Желтая голова этого флайбиста, летающего монстра. Вот такое вот оружие. Ну да, собственно говоря, вот так вот. Такая вот самоделка. И последним у нас прислал... Вот такой вот чел. А, да, кстати, вот тут есть два варианта щитка. Здесь более подробно выглядит эта самоделка. А здесь чуть-чуть по-другому щитки, вы можете заметить. Чуть-чуть по-другому. Это я вам посоветовал немного. Это так, просто посоветовал две детали там переставить и все. И это у нас последним самым прислал... Я сейчас даже выйду. Важно, важно, важно. Ники Стар. Ники Стар. Вот этот вот. Он мне прислал. И, кстати, давайте зайдем на каналы... Ну, всех, кто играл. Точнее, участвовал. Если я найду, конечно. Не, ладно. Ладно, пофиг. Так, вот эта вот самоделка, она маленькая, и она не выиграла, к сожалению. Вот, но ничего, чел постарался, ничего страшного. Не выиграла, так не выиграла. А эта самоделка Лего Стайла, и она самая лучшая. Ладно, ладно, я шучу. Это я сделал просто сам самоделку. Кстати, да, и зацените. Очень даже неплохо. Я сделал, я считаю, такой чувак. И у него, кстати, двойные ноги, там можно заметить. Вот двойные ноги. И победителям барабанная дробь. Сразу скажу, кто отпадает. Отпадает вот этот. Отпадает вот этот. Ну, потому что, ну, извините, вот так вот.
Вот так вот. Они лучше другие. Все равно все молодцы. То есть все старались. Я все оценил. Все молодцы. Итак, я решаю между вот этим вот чувачком и между Гренделем, как он его назвал, как Лорд Зон его назвал. Вот, ну и... Как вы думаете, дорогие подписчики? И побеждает Лорд Зон, да. Лорд Зон, ты победитель, фигурка. Короче, ты говоришь мне под этим видео свой скайп. В скайпе мы обговариваем доставку. Я тебе доставлю человечка. Да. В следующий раз, когда будет конкурс, я сделаю два призовых места. Да, ну вот, к сожалению, вот эта самоделка проиграла. Потому что, ну не знаю, просто это был вот Грендель. Я объясню, Грендель помассивнее, у него помощнее руки просто, когти. И очень массивное тело такое. Ну и плюс голова красивая. Да, вот такие вот итоги конкурсов. Да. И побеждает, я уже говорил, вот этот вот. Зачем в скайп зашел? Побеждает Лорд Зон со своей самоделкой Грендель. Ну ладно, на этом все. С вами был я, Лего Саун номер один, или Number One, как вам удобнее. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока.